Всем привет! Добро пожаловать на канал Кухни на любой вкус. Сегодня у меня для вас очень быстрый и вкусный рецепт. Я часто готовлю так себе завтрак, думаю, вам понравится. Один небольшой кабачок нарезаем небольшими кусочками, отправляем на сковороду со сливочным маслом. Я готовлю только на сливочном масле, так блюдо будет намного вкуснее. Масло понадобится примерно 50 грамм. Добавляем соль по вкусу и обжариваем на среднем огне до румяности. Тем временем нарезаем один помидор. Отправляем его в сковороду. Кладем 50 грамм овсяных хлопьев. Обжариваем их 3-4 минуты. Добавляем 3-4 яйца, перемешиваем. Сверху кладем еще твердый сыр, грамм 50. Накрываем крышкой, готовим на медленном огне минут 5-7 с одной стороны. Блюдо простое, вкусное, сытное, еще и быстро готовится. Для многих, думаю, это очень важно. Напишите в комментариях, нравятся ли вам такие рецепты. Сниму еще для вас подобные видео. Я желаю всем приятного аппетита. Подписывайтесь на канал Кухня на любой вкус. И до новых встреч!